Всем добро пожаловать, друзья, на ролик по Grand Mobile. В Grand Mobile вышел новый ивент, называется он «Время призов», где нам надо выполнять кое-какие задания и получать за это призы. Честно говоря, я был удивлен, когда увидел первое задание, где надо потратить 500 донатов, но оказывается, здесь такое задание не одно. За выполнение всех этих заданий нам будут начисляться звездочки, а весь этот баланс можно будет потратить в специальном магазине этого ивента. Здесь мы можем купить скин Тайлунга, много разных вещей, машины, даже алмазную кирку, которая, ребята, напомню вам, донатная. Итак, давайте рассмотрим все задания. Первое задание, значит, называется «Транжиры». И здесь нужно потратить 500 грандкоинов. Это задание сейчас мы будем выполнять. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Потратить свои 500 грандкоинов я решил, открыв кейс тачки. Ну и в коллекцию мне не помешает одна из машин, если, конечно же, она выпадет. Открыв 5 кейсов, мне отсюда выпадает опыт, молот, ну и, конечно же, деньги. Но мы пришли не за этим, мы приходили сюда, чтобы выполнить задание. И это задание мы успешно выполнили. Награда за первое задание уже зачислена. Второе задание называется «Обжора». Нам нужно посетить абсолютно любой ресторан и покушать в нем. К счастью, рядом с нашим домом в Лыткарино находится один ресторан. Я быстренько сел за руль своего железного коня, которого я недавно выбил в рулетке. Очень люблю этот автомобиль. И выдвинулся в сторону ресторана. Ну а пока я еду, хочу вам рассказать про то, что я играю на 13 сервере и хочу позвать именно вас, свои зрители, поиграть вместе со мной. Качай Grand Mobile по ссылке в описании, Play Market или же в App Store. Заходи на 13 сервер и вводи промокод Бавана. Вступай в нашу лучшую семью Бавана и катайся на наших семейных тачках. Играй вместе с нами, развивайся, и все будет замечательно. Ну а по приезду в ресторан, как я говорил, он находится недалеко. Я быстренько туда забежал, взял самое дешевое, что тут есть, и задание выполнилось. Награда успешно зачислена. Третье задание, скорее всего, одно из ненавистных заданий, где нам нужно поработать на дальнобое и заработать 30 тысяч рублей. Я уже хотел сделать следующий видеоролик на эту тему, сколько же заработает дальнобойщик за 1 час. У нас уже есть подобный видос на канале, если хочешь его посмотреть, можешь нажать на подсказку справа в верхнем углу. И при этом я еще попал на x2 зарплат, то есть день выполнения этого задания награды были увеличены на x2. И, собственно, я допустил огромную ошибку и заработал целых 60 тысяч, но, оказывается, можно было просто заработать 15 тысяч и перезайти в игру, и это задание у вас автоматом засчитается. Ну а вас попрошу поставить лайк и подписаться на этот канал и наблюдать, как я долго и утомительно выполнял это задание, чтобы вы посмотрели этот видеоролик. Здесь, по дороге в Лыткарино, меня как будто специально протаранили и вытолкнули за дорогу. К счастью, я оказался рядом с нашим домом, буквально в 2-3 домах. К сожалению, у меня не было ремкомплекта, чтобы починить свой автомобиль. И вот теперь я вам покажу, для чего же нужна семья на Grand Mobile. Я быстренько открыл рацию и отписал, что нужна помощь, и кто находится рядом, срочно, чтобы приехали ко мне. Объяснил, где я нахожусь, и отправил сообщение в чат семьи. Очень много ребят откликнулось. Я даже побежал к дороге, чтобы было проще меня найти. Но тут же вспомнил, что у меня 3 минуты и решил быстренько вернуться к машине. А не прошло и 1 минуты, ко мне сразу приехала девочка из моей семьи и починила мой автомобиль. Спасибо вам, ребята, огромное, я вас люблю, уважаю и ценю. Бавана — лучшая семья на 13 сервере. Но если вы до сих пор не играете со мной в Grand Mobile и не находитесь в нашей семье, то пора это исправлять. Ну и не пропускайте стримы, которые проходят практически каждый день на этом канале. В общем, меня починили и я поехал дальше выполнять свои заказы. А иногда во время выполнения заказов на дороге возникала вот такая ситуация. Огромная пробка, вы только представьте, если бы здесь было еще чуть-чуть больше народа. К счастью, стоял я тут недолго, эвакуаторщик починил этого дальнобойщика и мы поехали дальше.
Ну и буквально вот тот момент, про который я вам говорю. У меня просто зависла игра под конец, сервера меня выкинуло, и я тут подумал, все, придется все заново начинать. Реально, я очень сильно расстроился, но оказывается, прогресс мне засчитали. После этого всего я перезашел в игру и успешно выполнил задание. То есть награда была зачислена, да еще зарплата была баснословная. Оказывается, я попал на X2, как я говорил чуть ранее. Четвертое задание очень простое. Здесь опять-таки надо потратить гранд-коины, открыв 3 кейса категории чемоданчик. За это нам дают 3500 звездочек. Ну и давайте тогда выполняем это задание. Заходим в раздел кейс, ищем тот самый кейс с чемоданчиком. Я поначалу не мог определиться, какой именно открыть. И второе, это цена, ребята, это реально очень дорогой кейс, и тратить сюда надо много-много-много гранд-коинов. Итого прокрутил один кейс, ну, я изначально хотел их по одному крутить, потом решил, типа, покручу-ка я разочек этот, потом на 2x. Но мне почему-то 2x не засчитал, ну, типа, засчитал как один кейсик, и я решил дополнительно покрутить еще один, чтобы мне это задание засчитали. Итого, друзья, я выполнил все 4 квеста, также я забрал вещи, которые нам тут выпали, их надо забирать в порядке очереди. Думал, что это все попадет мне в инвентарь, но нет, как оказалось, все отправляется прямиком на почту. На этом это видеоролик подходит к концу, спасибо вам огромное за просмотр. Чтобы вышла поскорее вторая часть продолжения этой рубрики, как мы проходим этот ивент, поскорее, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видеороликом со своими друзьями и заходите на 13-й сервер в мою семью Бавана. Конечно же, по промокоду Бавана. Всем пока-пока!